Здравствуйте, дорогая публика. Я сегодня в гостях у коменданта, как он себя называет. Вы уже, наверное, привыкли к нему, да? Алексей Петрович Терещук, он экономист, экономист австрийской экономической школы. Сам-то он из Минска. Обговорить сегодня он хочет со мной про реформы Саакашвили в Грузии. Вот, мне так вот всегда рассказывают, что он прям всех разогнал. Умер какой-то вор в законе, к нему прилетели со всего бывшего Советского Союза, он их всех завернул и отправил обратно, не дал им, так сказать, скажем, похоронить своего коллегу. Вот. Вор в законе какой-то умер, авторитет. Вот. Ну и вот как-то это все. И в то же время он как-то оказался там под следствием за что-то. Это что, чьи-то козни? Ну еще бы, ведь столько людей, скажем так, пострадало от разрушения предыдущих схем, что я уверен, что у Саакашвили армия врагов просто в Грузии на всех должностях, на всех уровнях, и это не могло не выродиться в фабрикацию различных уголовных дел. Поэтому я даже бы не назвал бы, что это странно, то, что это в принципе происходило, потому что действительно было изменено очень много в политической системе, и в том числе нарушены вот эти все мафиозные структуры связи. Поэтому это не могло никак не отразиться на том, что потом произошло. Здесь в этом плане у меня вообще никаких нет удивлений по этому поводу, иллюзий и так далее. Это очень-очень-очень похоже, особенно на наши страны, на СНГ-шные страны. Ну, просто в другом ключе. Вот если бы в каких-нибудь других странах сменилась власть, я не знаю, там Беларусь, Россия, например, к примеру, да, то уголовные дела были бы тоже к предыдущим товарищам, просто, наверное, по другому поводу, по другим вопросам, по другим цифрам и так далее. Поэтому... А что меняет Саакашвили-то за его прошлые дела? Что там у него такое? Ну, насколько я знаю, там самое страшное преступление – это то, что ему вменяют сопричастность к нарушению прав заключенных. Пытали их, да, при нем? Да. Это очень иронично, потому что именно сегодня я читал новость, российскую новость, где Министерство юстиции предложило лишать прав заключенных, то есть ограничивать их от доступа к адвокату, к переписке, к посетителям и так далее, и так далее. То есть это буквально сегодняшняя новость. Если этот закон пройдет, то это фактическое ну, исключение прав заключенных, и действительно с ними можно уже делать все, что угодно. Ну да, ну да, это круто. Ну да, конечно, режиму так удобнее, хотя, конечно, это выглядит не гуманистично, поэтому они не особо торопятся, но вполне возможно, что может и таким закончиться. Найдут какую-нибудь причину. А это сейчас... кто предложение это внес? Министерство юстиции наше? Да, Минюст, причем, естественно, они же не могли просто так сказать. Они придумали повод, повод следующий, на время пандемии ковида. Естественно, они заботятся о том, чтобы мы в переписке не заражали заключенных. Ну, а если через Zoom вести, через это, как это тут можно? Сейчас же ведь ой, даже ну, иногда подсудимые через интернет в суде присутствуют. Когда будет распространяться экстремизм и терроризм, а это тоже небезопасно. Мелки-палки. Безопаснее всего посадить в клетку, замуровать, вот это всего безопаснее. Да, это надежнее на самом деле. Никто не будет спорить с этим. С этим не поспоришь. Я бы, наверное, хотел начать, как ни странно, не с Грузии. А вот я тут недавно читал про российский пример. В начале 92 года, когда мы помним, 1 или 2 января произошло известное событие в России, как отпуск цен. Ну, это было в 90 каком? Первом, втором году? С 1, кажется, с 1 января 92 года начал действовать этот приказ, отпустили цены. В итоге цены улетели вверх. Но было еще одно мероприятие очень важное, это то, что в 20-х числах января был другой указ. Указ о том, что теперь россияне могут заниматься свободной торговлей.
И это привело к тому, что цены начали не так интенсивно расти, замедлились, а потом даже начали падать. Потому что, оказывается, за эти 3 недели, пока не было свободной торговли, фактически все товары, ресурсы и так далее находились в руках монополий. Не просто монополий, а министерств. Естественно, поскольку не было конкуренции, министерство выкручивало цены на максимум, чтобы собрать себе максимальные бюджеты. Поэтому, естественно, то, что произошло, это было логично. Потому что без конкуренции, без предпринимательской активности у нас не могут блага распределяться экономики таким образом, чтобы смягчать ценовые шоки различные. Почему я привел этот пример? Кстати, вторую реформу по свободной торговле, ее инициировал не Гайдар, а Киселев. Был там такой экономист, тоже из ленинградской тусовки. Гайдар скорее был против этой меры. Он считал, что это слишком радикально. Надо более умеренно все это дело делать. Там было приватизировано. Так вот, к этому времени, к началу 92 года, в России было приватизировано меньше процента предприятий. Всякие там около 100 гастрономов, там, каких-то мест быта, домов быта и так далее. То есть это копейки, это просто смешные цифры и значения для экономики. Поэтому, естественно, все стояло, и везде цены летели вверх. Значит, почему я привел этот пример? Показать одну простую вещь, что когда в стране проводятся реформы, то очень важно соблюсти последовательность реформ. То есть очень правильно, ну, нужно правильно, важно правильно распределить изменения системы, чтобы люди не страдали от изменений, либо страдали в меньшей степени. Потому что, как на многих примерах мы видели, ну, в первую очередь российских примерах, проводится реформа, все становится вверх дном, а потом, естественно, виноват реформатор, и еще и эффект от этого низкий. Если бы, например, в России произошло всего лишь на примере этих двух законов наоборот, то есть сначала разрешили бы торговлю и производство свободное, а потом отпустили цены, мы бы увидели совсем другой 92-й год. Совсем другой. Вот интересно, что это же Егор Тимурович Гайдар был инициатором и первой реформы, и противником второй. Да, да, да. Вот как же так понять-то? Он вроде у нас, так сказать, икона в смысле, так сказать, вот этих самых рыночных реформ, и в то же время, оказывается, его отпуск цен был сугубо антирыночным, просто-напросто отъем денег у населения, министерствами. Да, своеобразная денежная реформа, можно бы даже так сказать. Ну, на самом деле, он сам как бы удивлялся потом, что это сработало, то, что дали торговлю людям и появились какие-то товары, его это удивляло. Он думал, что товаров нет. Но это отдельная как бы история. Смысл в том, что вот эти вот радикальные реформы, которые были, и помимо вот этой реформы цен, это не исходило из его инициативы, и его в первом правительстве Ельцина поддержал Верховный Совет именно по этой причине, потому что он был умеренным ленинградцем. Потому что все остальные ленинградцы, ну, я имею в виду ту ленинградскую тусовку, которая экономистов, которая каталась в Вену, они были более радикально настроены. Это потом, кстати, сыграет роль, радикализм в грузинских реформах, о чем я скажу позже. Ну, мы же помним, что Гайдар, он редактор журнала «Коммунист», и весь такой прям умеренный. Он тебя называет «Свободная мысль», тот журнал. Ну, сейчас его название, на самом деле, такое же ироничное, как и 30 лет назад журнал «Коммунист». Ну да. Ироничное. Поэтому это просто пример к тому, что недостаточно знать, что нужно делать, надо еще знать, в какой последовательности все это дело делать. И, конечно, у грузинских реформаторов тоже не было гигантского опыта за плечами по этим вопросам. Однако, надо признать, что то, что они делали, пример скорее правильной последовательности и правильных действий.
То есть они меняли сразу очень важные вещи, а уже потом переходили к менее значимым. И эти менее значимые вещи, ну, как менее значимые, они тоже были важны, но из-за того, что была, скажем так, заложена некая база, то они произошли в достаточно комфортных условиях и комфортной среде. Ну, я даже вот могу пример такой привести, какой-нибудь радикальный, да? Вот Саакашвили упразднил такую службу, как пожарная инспекция. К чему это привело? Это привело к тому, что число погибших при пожарах сократилось почти на 25%. Если сравнить 1997-2003 годом и промежуток 2004-2010 года. До реформ и после реформ. Потому что все понимали, что это рассадник коррупции и никакая это не пожарная инспекция. Что-то опять случилось со связью. Ну, я вас слышу нормально. Ага, ну теперь я вас слышу, да, продолжайте, пожалуйста. Хорошо, у меня тут мигает сигнал, если вдруг связь пропадает. Ну, видите, в отеле просто тут Wi-Fi, видимо, многим раздается, поэтому трафик нестабилен. Наверное, я перееду в квартиру, там. Я перееду в квартиру, там уже будет стабильная сеть. Будет красота, да. Алексей Петрович сейчас находится в отеле в городе Киеву. Да, да, да. Представитель, точнее, сторонник австрийской школы из Минска рассказывает про Грузию, сидя из Киева. Да, это вообще глобализация. Да, причем с человеком из Москвы. Да, да, это глобализация. Из Боброва, из Боброва. Я бы даже сказал, что это... возвращение к Союзу Республик. Да, да, ну можно и так сказать. Так вот, я сейчас привел пример про пожарную инспекцию. На самом деле, как так можно прийти в парламент и сказать, а давайте упраздним пожарную инспекцию? Ведь тут же начнут парламентеры, депутаты возмущаться. Начнут говорить, да как это так? Кругом начнется разруха и пожары. Ну, они же понимали, что это место, где воруют. Вот. Вот, Борис Сергеевич, самый главный момент. Они же все это понимали прекрасно. Зачем там, что там говорить-то? Основным мотивом, тому, на что ссылались реформаторы при проведении всех реформ, вообще всех, они говорили так. Мы это упраздняем не потому, что мы прям вот против этой службы, а потому что она существующая вообще не работает. То есть, что с ней, что без нее, мы поэтому ее упраздняем, а не потому, что мы какие-то радикалы. И вот это оправдание служило мотивом для того, чтобы упразднить вообще все эти службы. То есть, не было аргументов против этого тезиса. Все понимали, что ничего не работает. Вообще бессмысленно просто все это было. То есть, соответственно, огромное количество людей, которые от этого дела кормились, они оказались не у дел. Вот на тот-то момент, что ж так же получилось, это были такие второстепенные люди, что в парламенте за них некому было заступиться за эту кормушку? Естественно, было, но... А он госавтоинспекцию не упразднил? Упразднил. Упразднил госавтоинспекцию. А как же стали ездить по улицам? А я вам скажу, как стали ездить по улицам. Одну секунду, сейчас цифру назову даже. Несмотря на то, что упразднилась автоинспекция и упразднился обязательный техосмотр автомобилей, число погибших в ДТП снизилось почти на 70%. С 2003 года по 2010 год. То есть это огромное снижение. Ну, конечно, если быть щепетильным, можно сказать, что это произошло, потому что грузины начали ездить на иномарках, а не на «Жигулях». Но надо еще... 70% это дало, ну... Да, да, да. Но надо еще одну вещь помнить важную, что в Грузии до 2003 года была одна из самых худших статистик по ДТП в СНГ.
Ну, у них сложный рельеф местности. Все-таки Грузия – это Кавказ. За Кавказ. Совершенно верно, совершенно верно. У них огромное количество дорог на серпантинах, на всех этих переходах, перевалах и так далее. И в плохую погоду, при плохой дороге, при лысой резине, как говорится, Да, и плохих тормозах, и барабанных. чуть обледенело, все, уже поехали. Случалось всякое. Да. Поэтому, конечно, нельзя списывать эти факторы. Нельзя списывать. Но, тем не менее, факт остается фактом. После упражнения автоинспекции и обязательно техосмотра, все это дело, все эти аварии покатились вниз. Ведь надо же понимать, что вот эти вот вещи, например, тот же обязательный техосмотр, это же тоже влияет на то, будут ли люди пользоваться автомобилем. Потому что, например, если вы знаете, что нужно постоянно проходить техосмотр, нести какие-то расходы, вы можете принять решение о том, что будете ли вы, потянете ли вы автомобиль в своем бюджете или не потянете. Если это все не нужно делать, автомобиль не становится таким обременением. И поэтому вы можете принять такое рациональное решение. И это касается наших стран тоже, России и Беларуси. Многие люди не покупают машину не потому, что они могут себе позволить. Да, Господи, эти машины, ну, взял там от какой-то кредит, купил себе дешевенькую старенькую иномарку и катайся. А потому что есть огромные расходы, сопоставимые с обслуживанием этих машин, с оплатой налогов и так далее, с техосмотрами. Поэтому, конечно, это проблема. Сейчас еще вон этот Платон ввели, или Плутон, как у вас он там называется. Какое-то такое древнегреческое Платон мне друг, да, слово. но истинно дороже. Платон. От слова платить, наверное. Точно, точно. Ротенберг с большим чувством юмора оказался. Интеллигенция. Питер, ленинградцы. Да, город высокой культуры. Да, распространяет культуру массы, в народ, как говорится. Поэтому это такие примеры яркие того, что вот эти государственные службы, они действительно скорее являются источником получения дохода для некоторых лиц, чем для того, чтобы действительно улучшать безопасность системы. Даже когда более-менее ситуация стабильная, непонятно, как их требования улучшить. В случае понятно, что не улучшают безопасность, что это просто действительно рассадник разводка бюрократии. Конечно, при упразднении многочисленного количества служб, естественно, эти люди увольнялись и шли, как говорится, на вольные хлеба. В связи с этим у Грузии была интересная статистика. По методам подсчета, при котором занятым населением считаются только те, кто являются наемниками, в Грузии был самый высокий уровень безработицы. То есть процент статистики был около 70. Но эта цифра, если ее наложить на тот факт, что в Грузии самая большая доля самозанятых, так называемых, то безработица там, в принципе, обычная, как у всех стран. Дело в том, что в Грузии действительно после массовых увольнений людей, массовых увольнений чиновников, доля самозанятых в экономике стала рекордной в СНГ, просто рекордной. Огромное количество людей начали работать на себя и заниматься черт знает чем, потому что не было службы, которая их считает, чем они занимаются. То есть Саакашвили и такие вещи упразднил, никто не вел статистики. Но чем-то они занимались. Понятно, что кто-то водил такси, кто-то торговал чем-то, кто-то там, я не знаю, экскурсиями занимался, ремонтами машин. Кто что делал? Кто-то какие-то мелкие подработки иногда делал себе. То есть самозанятость – это не то, что с утра до вечера работаешь. Может, на выходных пошел, вагон разгрузил где-нибудь на перроне, да и все. Да и сидишь дальше, ешь свой виноград и хурму. А что еще надо в горах? Не надо же платить за отопление и так далее. И не надо шубы покупать. Ну, прям уж не надо за отопление платить, там тоже зима бывает. Ну да, я вот сейчас, когда уезжал, мне грузины жаловались, что уже холодно. Так мне смешно было, я говорил, разве это холод? Это же просто несерьезно.
Нет, ну Если... там зимой снег-то бывает там. Да, иногда бывает, иногда. Но резину они на зимнюю не меняют, скажем так. Ну, это у них грузинская авось. Не только русская авось, есть еще и грузинская авось. Да, я бы Может, еще у поостерег. нас-то еще можно на авось, на равнине прожить с такой резиной, особенно если дорога хорошо обрабатывается. А у них-то это все, это просто... Просто если снег прошел, по этим не, просто не поедешь. Я в Грузии не был во время снега, я был во Владивостоке, но так там вот просто все движение шло вдоль бухты Золотой Рог. Все, дальше уже никуда не поедешь. Въехать просто было невозможно. И спускаться, это есть спускаться, так сказать, дома держаться, иначе ты просто поедешь и ничего. Ничто тебя не остановит. Я жил в гостинице наверху, Владивосток. И вот туда, по переговорному пункту, надо было спускаться, держась за деревья, за дома. Ну это да, это жутко, потому что я даже когда спускался просто на скутере без заведенного двигателя, тоже было страшно просто спускаться. Так это при сухой погоде. Это во Владивостоке, да? Нет, это в Батуми. Батуми. А, ну вот видите, как хорошо. А чуть снежок прошел, все, приехали. В Батуми хоть море есть, то есть вдоль моря там явно вот есть какой-то вот более-менее ровная дорога. Да, в Батуми, если ты куда-то съезжаешь очень быстро, в самом крайнем случае плюхнешься в море. Это еще не страшно. Да, это не самое страшное. Ходил такой большой миф о том, что, ну, то, что в Грузии там что-то сделали, это все американцы. Это все американцы сделали, это их инвестиции. Это их большие деньги. И суммировать всю помощь Грузии, она была в виде так называемых льготных кредитов. Так, что опять со связью? Все, слышу, слышу. Нормально, да? Нормально. Я говорю, что если суммировать всю помощь Грузии, то она была в виде льготных кредитов, но их объем был довольно небольшим. Я имею в виду не в номинальном значении небольшим, это само собой, а небольшим на душу населения. То есть Грузия по размеру кредитов льготных на душу населения была что-то около на 44-м месте по странам. То есть это было очень мало. Сейчас я даже назову конкретную цифру. Что-то около 2,5 миллиардов долларов за 6 лет. А население сколько? Население 4 миллиона населения. 2,5 миллиарда делим на миллионы, получается по 625 долларов на человека. Я могу назвать для сопоставления размеры Беларуси. И Беларусь, которая выкачала кредиты из России за любой промежуток в 4-5 лет. За любой. Вот я знаю конкретно промежуток с 2008 года и там до 2013, кажется. Там размер был что-то около 12-13 миллиардов долларов. Но там часть была не просто по льготным кредитам, а часть была по тем кредитам, которые списывались. То есть, грубо говоря, мы не можем вам вернуть кредит, господа россияне, и в частности, уважаемый Владимир Владимирович. Поэтому возьмите, пожалуйста, у нас тут есть трактора, которые никому не нужны. Заберите, пожалуйста, трактора. Ну и еще тут всякого мелочи мы вам наскребем. Керосинчику какого-нибудь. Вот вам кусочек компании «Славнефть». Еще там чего-нибудь. Мозырьского НПЗ вам чуть-чуть отрежем. Это все вот такой вот вид имел. Это еще более выгодно, чем льготный кредит, потому что это сброс неликвидных активов, по сути. Ну, Россия это дело брала, но, понятное дело, неохотно, потому что в России хватает и своих людей, которые хотят, в общем-то, это дело освоить. И без товарища батьки. То есть, как бы это был такой вопрос сугубо политический. Поэтому можно сказать, смело сказать, что Беларусь
кормится за счет России. Я имею в виду не что существует за счет России, я имею в виду то, что Россия субсидирует Беларусь. Понятно. То есть, да. То есть это не сказка, это фактически так. Ну, может быть, БелАЗы, потребителем которого являются карьеры, вот и угольные, и алмазные карьеры, может быть, они у нас, так сказать, для дела делают. На самом деле, по большому счету, если бы у Уралкалия, по-моему, так это называется компания, если не ошибаюсь. Есть такая компания. Да, если бы у нее был выбор, я уверен, она покупала бы китайские эти Daimatsu или Caterpillar'ы. Скорее всего, даже китайцев они покупали бы, чем эти БелАЗы. То есть, когда мы говорим о том, что существует некий рынок тех или иных товаров мировой, и это значит, что наш товар конкурентоспособный, не совсем так, не совсем так. Просто существуют страны, скажем так, кучка стран, друзья навек, назовем их так, которые между собой торгуют своими товарами. Например, Иран, Северная Корея, Куба, Беларусь и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что БелАЗы востребованы за рубежом, в первую очередь на них катаются в этих самых Иранах. Там тоже им нужны самосвалы карьерные, и они вот хотят... Ну и, кстати говоря, БелАЗ производится в том числе из российских комплектующих. Я вот помню, был такой, какой-то очень большегрузный БелАЗ, для которого брали дизель, который делался вот на нашем Бобровском заводе. Ну, тепловозный дизель. Да. То есть вот такое, что-то такое было тоже. То есть это, возможно, это некое такое совместное производство. Купить в Китае – это значит лишиться работы нашему Бобровскому, значит, рабочему. Да, есть такое дело. Сейчас они вроде бы сделали в Беларуси самый большой БелАЗ на планете. Там он совсем-совсем большой. Правда, не знаю, как они там это все делали. А их по частям везут. Обслуживают. Частям. Да, наверное, по частям. То, что он на железной дороге так вот, перемещается. Вот еще... вот и Америки, потому что если помощь за границей, то, конечно же, из Госдепа. Ну, понятное дело. Так, вот... Или от Москвы. Либо Госдеп, либо Кремль. Ну, если грузинам, то точно из Госдепа. Ну да, если батьки, то точно из Москвы. Так вот, интерес в том, что вся доля внешней помощи этих так называемых ОПР-кредитов, официальная помощь развития, расшифровывается это слово, из них американские кредиты, это всего лишь 25% кредитов. Но самое интересное, то, что доля этих кредитов, именно доля американская, была выше при Шеварднадзе. После 2003 года эта доля уменьшилась. Поэтому если американцы и стали помогать Грузии, то они стали помогать Грузии меньше, чем раньше. Поэтому точно было не за счет. Ну, то есть не было какого-то буста Грузии, толчка Грузии именно после прихода проамериканского, как говорят некоторые россияне, Саакашвили. Получается, что он был какой-то антиамериканский. Также у Грузии нет хорошей статистики по внешним, нет и не было по внешним источникам дохода от мигрантов. Например, мы знаем, что какой-нибудь Узбекистан получает там чуть ли не миллиард долларов от внешних пересылок денег от мигрантов. Очень многие страны живут от внешней помощи. В начале нулевых годов в Беларуси тоже была большая доля денег, приходящих за границей, потому что многие белорусы ездили на заработки, в первую очередь в Москву. Я прекрасно помню то время, когда отцы семейств собирались кучкой безопаснее было, даже из малых городов, и ехали на эти всякие стройки века, Лужкова и так далее. Тогда Лужков этот вот строительство по всей Москве там развел, все это дело строилось, поэтому... Процесс шел, как говорится. Так вот, у грузин эта статистика, она мизерная по сравнению со всеми другими странами, соседями в том числе. Грузины не особо стремятся уезжать куда-то и присылать
деньги в Грузию из-за границы. Сложно сказать, с чем это связано. Возможно, с тем, что в Грузии, во-первых, самозанятых меньше всего прессуют. То есть, когда вы самозанятые, вы можете действительно делать все, что угодно, вам никто слова не скажет. Ну, не знаю, что нужно сделать, чтобы вам мешали что-то делать. И поэтому у них нет стимула куда-то там ехать за копейкой, за длинным рублем, когда у них есть стимул здесь что-то пробовать свое. Естественно, они постоянно что-то пробуют, что-то инициируют. У них интересный подход к жизни. Вот я, например, как заселился в Батуми в мотель. Фактически вышел из самолета, меня схватил таксист и повез в свой отель. То есть у таксиста свой отель. То есть у него налажена производственная цепочка. Забрать человека из аэропорта бесплатно. Везет бесплатно. Если в свой отель. И как вот такой подход к жизни, он мотивирует людей скорее оставаться у себя на родине и что-то делать. Поэтому... Вы у него и поселились, да? Вы у него и поселились. Ну да, да. Не особо я там искал что-то. В принципе, меня все устраивало. Поэтому я не стал бодаться, как говорится. Ну, смысл в том, что из-за того, что в культуре такое отношение к работе в целом, это заряжает молодежь, что нужно не куда-то там уезжать, а пробовать что-то здесь, как взрослые делают. Это как бы все приветствуется. В этом смысле, конечно, это очень позитивный культурный феномен, потому что он учит людей общаться с иностранцами в том числе, быть очень таким коммуникативным, доброжелательным и так далее, дипломатичным. Что, конечно, сразу видно на культуре людей. Они очень легко вступают в контакт, вообще там на ходу фактически. Это, ну, нельзя не заметить. Поэтому, конечно, статистика по безопасности в Грузии очень сильно улучшилась за это время. И это, кстати, тоже один из примеров реформ. Это уже говорим мы про реформу, скорее, полиции. Реформа полиции фактически сменила 90% полицейского состава Грузии. Это большие цифры. Для сравнения, полицейская реформа России ужала состав на 12%. Но потом, в ближайшие полтора года, тут же это компенсировало. То есть не совсем понятно, что это было за реформа в России, полицейская реформа. То есть чего хотели добиться, непонятно. В Грузии добились очень многого. Процент доверия к полиции в Грузии один из самых высоких в СНГ. Он, наверное, даже выше, чем в Прибалтике. По статистике, более 70% опрошенных доверяют полиции. Для сравнения, в России этот процент 21. Это как бы цифры говорят о многом. Они говорят о том, что люди знают о том, что полицейские могут делать произвол или не могут. То есть осведомленность населения, отношение к населению, население к полиции и, соответственно, безопасность. То есть можно что-то там делать, творить или нельзя. Это, в общем-то, про это. Так, ну мы немного отвлеклись от иностранных инвестиций. Да. Я рассказывал о том, что на самом деле помощь была очень скромной, очень небольшой по сравнению с другими странами. Ну, опять же, помощь в кавычках, потому что это кредиты. Кредиты тоже нужно отдавать. Это льготные кредиты. По сути, вся выгода льготных кредитов в том, что инфляция съедает проценты. Из-за этого вы фактически отдаете чуть меньше, чем вы взяли, если говорить про реальные доходы. Доля кредитования сократилась в экономике с 46% до 35% по относительно бюджету. То есть бюджет, он не стал брать кредиты в том объеме, в котором он берет сейчас. Но есть еще одна интересная цифра, касающаяся приватизации.
Дело в том, что многие еще говорят, что Саакашвили продал страну, распродал. Но здесь есть один важный момент. Распродать можно все, что угодно, но цены какие будут. Если вы будете продавать предприятие в условиях, когда его невозможно развивать нормально, то, как ни парадоксально, но это предприятие будет стоить очень мало денег. То есть, грубо говоря, ну, никто не заплатит за него, чтобы развивать тут что-то сложное. Скорее всего, его максимум, кто может купить, это какой-нибудь предприниматель, который купит его налом. Вот когда началась приватизация в Грузии в 2003-2004 году, это была одна из первых приватизаций, ранних реформ, предприятия скупали просто для лома. Пилили станки на цветной металл и лом и продавали за границу. Статистика в экспорте грузинская по лому была одна из самых высоких. Там доходило до десятков процентов даже. То есть продавали, просто разрезали все, что было, все, что резалось. Но потом, когда поменялись вот эти бюрократические препоны, поменялись все эти вещи, то цена предприятий, которые подвергались приватизации, неожиданно начала расти. Неожиданно за них, за эти предприятия начали предлагать больше денег на аукционах. Таким образом, есть интересные цифры. Шеварднадзе приватизировал за два срока своих президентских предприятий на сумму 62 миллиона долларов. Саакашвили за два своих президентских срока приватизировал предприятий на сумму 1,5 миллиарда долларов. То есть надо понимать, что это не только потому, что Саакашвили продал больше предприятий, но это и потому, что цена этих предприятий, рыночная цена, сильно выросла, поэтому за них можно было больше выручить. Но не надо думать, что при Шеварднадзе не было какой-то крупной приватизации. Была, да и не одна. В частности, Шеварднадзе приватизировал энергетику Грузии, энергетический сектор. При этом компания, которая купила вот эти вот энергетическая компания, которая купила грузинские электросети, была американская компания. Я не помню, как она называется, по-моему, АОЕК или как-то так. Ну, американцы, короче говоря. При этом в тендере участвовали россияне тоже. Россияне проиграли тендер. Тогда у России была компания, насколько я помню, РАО ЕС. Помните такую фирму? Да, ей, по-моему, Чубайс руководил. Одно время Чубайс руководил. Да, РАО ЕС проиграла тендер. Интересно, к чему это привело. Дело в том, что после того, как американцы выиграли тендер, начали случаться различные диверсии на электросетях. То есть кто-то постоянно разрезал или взрывал вышки электроснабжения. Электричество постоянно отрубалось. Тбилиси сидел без электричества буквально половину недели. То есть каждый второй день отключалось электричество. Компания американцев терпела эти издержки, эти убытки около 1,5 лет. Но через 1,5 года, когда стало понятно, что ситуация не изменится, они продали свои активы русским. РАО ЕС участвовал в приватизации, в реприватизации энергосетей, получил пакет контроля над электричеством, фактически стал контролировать электричество грузин. И вдруг неожиданно диверсии прекратились. Ну, наверное, совпадение. Понятно, что когда я говорю диверсии, это не значит, что какие-то там российские спецназовцы с ножом в зубах ползли через границу, а потом подкладывали какую-то взрывчатку. Нет, ни в коем случае. В Грузии был такой бандитизм и коррупция, что это просто не нужно было делать. Достаточно было просто местных жуликов угостить чем-нибудь, договориться с ними, они сами все сделали. То есть там были реально диверсии, то есть какие-то взрывы, да? Да. Были проблемы с этими башнями, которые ЛЭП, вышками ЛЭП. То есть не просто вот изношенность оборудования? Изношенность это само собой, но были и диверсии. То есть, короче, этот вот уголовные дела заводились по поводу того, что был специальный какой-то подрыв
специальный попил, разрез вот этих вот вышек ЛЭП. И самое интересное, что я бы вообще про это не говорил бы, если бы не тот факт, что был какой-то промежуток времени, когда они были, потом их не было. То есть, ну, это как, это не бывает такое, что у нас в этом году оборудование износилось и все развалилось, а в следующем у нас все заработало резко. Такого просто не бывает. Поэтому, скорее всего, да, скорее всего, это не просто обычная коррупция с попилом бюджетов. Потом, кстати говоря, после того, как Саакашвили начал пересматривать вопрос энергетики, естественно, было политическое давление на него. В частности, при первых выборах, там, я помню, кажется, выключался в Тбилиси свет. Это как раз было по инициативе, ну, под контролем этих ребят из РАО-ЕС. Так вот, энергетика Грузии была снова реприватизирована, но на этот раз не монополией, а многим разным частным компаниям. То есть исчез монополист по поставщикам электричества. И цена электричества стала рыночной, нормальной. И все, в общем-то, устаканилось. То есть исчезла рука Кремля на шее грузинских потребителей электричества. Вообще с Кремлем интересная история. А, кстати, насчет приватизации, чтобы к ней не возвращаться. Надо сказать, что несмотря на то, что кто-то скажет, что вот Саакашвили распродал Грузию иностранцам, на самом деле доля иностранных компаний при Шварнадзе 28% всего было иностранных компаний в Грузии. Главным образом, потому что местное грузинское население было не очень богатым. Но после реформ, после того, как начался интенсивный экономический рост, доля иностранцев выросла не намного, всего лишь до 35%. То есть весь сыр-бор, весь шум-гам по поводу распродажи Грузии про этих 7 несчастных процентов, которые выросли после реформ. Но зато они дали очень большие плоды. Так вот, насчет Кремля. Интересная ситуация с Кремлем, который пытался сначала экономически давить на Грузию, то есть заставлять экономически выполнять свои требования. Но экономическая стратегия не оправдалась. Почему? Потому что все то, что инициировал Кремль в давлении на Грузию, в итоге привело к тому, что Кремль потерял все механизмы давления на Грузию. Например, Россия повысила цены на газ для Грузии. Что произошло в Грузии? В Грузии энергетическая отрасль перестроилась, и она перестала быть зависимой от российского газа. Грузия ввела эмбарго на грузинское вино и минеральную воду. Что произошло в Грузии? Грузинские вины начали экспортироваться в другие страны, минеральная вода начала экспортироваться в другие страны. То есть исчезло давление России на вина и воду. Объявила. Ну, это значит, они сумели найти другие рынки для своего, для своих изделий. Ну, конечно, конечно. То есть, а вот предприятие... как? А ведь эти рынки пустыми-то не были, не было такого места, где вот не, так сказать, нечего попить, да, в смысле воды. Или... Значит, они кого-то сумели вытеснить, кого-то предпочли им, да? Да, Саакашвили очень рано вступил в Евроассоциацию. И я рассказывал, наверное, уже на прошлых стримах эпизод, когда приехал член Евроассоциации, тогда была женщина какая-то, точнее, член комиссии Евросоюза по Евроассоциации. И она спросила у Саакашвили, а что вам нужно, что вы хотите? Ну, то есть вам деньгами помочь, обычно деньги просят. Саакашвили говорит, нам ничего не нужно, мы разрешаем все европейские товары там с копеечной, мизерной пошлиной или вообще без пошлин торговать в Грузии. Она так обрадовалась, что согласилась за это все, что угодно. Он говорит, ничего не надо, просто разрешите нам продавать свои товары уже вам. То есть баш на баш, как говорится. Но она удивилась, сказала, ну вы же понимаете, что вам тяжело будет конкурировать с европейцами, у нас там высокие технологии, мы вас тут завалим своими товарами, вытесним,
им отовсюду, со всех этих прилавках. У нас же там субсидируемое сельское хозяйство, субсидируемая винная промышленность во Франции, Италии и так далее. То есть мы вас тут задушим на вашей земле. Нет, Миша сказал, давайте нам, пожалуйста, рынки ваши. Мы повоюем, поконкурируем. Ну и в итоге грузины победили. Во-первых, на местных рынках, я не знаю, но вот если брать вино, например, местные вина по цене грузинские, ну просто рядом не стоят с французскими, итальянскими. Они гораздо лучше. Я абсолютно честно, искренне верю, что есть хорошее, вкусное итальянское, французское вино. Совершенно верю в это. Но не за эти деньги. Но не за эти деньги. Потому что грузинское вино, вы тут, грубо говоря, за сколько там, за 300 российских рублей, 400, ну просто сказочное, просто вот сказка. Французам далеко до такого уровня дешевого вина. Поэтому, конечно, грузины провели реэкспорт. Ну, надо сказать, в этом они похожи чем-то с украинцами, потому что после 2014 года в Украине тоже очень сильно изменилась структура экспорта. Например, упала доля торговли с Россией, по-моему, в 7 раз. И в 2 раза или в 3 раза выросла торговля с Европейским Союзом. То есть украинцы тоже поменяли направление экспорта и как бы более-менее адаптировались. Но у Грузии, конечно, цифры были еще круче. В 2005 году на Россию направлялось около 20% грузинского экспорта. В 2009 году этот показатель был уже 1,5%. То есть больше, чем в 10 раз сократился экспорт в Россию. Ну и, как я сказал ранее, влияние России на Грузию из-за этого, экономическое влияние, ушло на нет. То есть у России закончились экономические инструменты давления на Грузию, остались только военные, ну, которые были в свое время реализованы, как мы помним. Поэтому как бы это была вот такая история по поводу российских отношений. Ну, если говорить про экспорт Грузии, то там, конечно, он довольно интересный. Грузия продает азот, медный концентрат. Очень у нее большая доля реэкспорта автомобилей. То есть, когда привозят в Грузию автомобили, а потом их вывозят в соседнюю Армению и Азербайджан. Это, оказывается, делать дешевле, чем везти напрямую туда. Потому что есть определенные соглашения у этих стран, и там более какие-то интересные, выгодные условия. То есть выгодно, например, привезти автомобиль в Грузию, зарегистрировать как грузинский, а потом грузинский автомобиль регистрируется в Армении. Не как немецкий, а как грузинский. Поэтому доля реэкспорта автомобилей вот на начало 10-х годов была что-то около 14%. Самое смешное, что Грузия еще экспортирует электроэнергию. Я так понимаю, это из-за того, что там есть гидроэлектростанции определенные, в которых есть... А куда продают они электроэнергию-то? В Армению? Да, я думаю, что в Армению, потому что особо больше некому покупать. Ну, может, еще кусочек... Турция еще с той стороны есть, да. Турция, может, еще кусочек забирает, да. Ну, это вообще нормально, когда страны реэкспортируют электричество туда-назад, потому что, ну, например, грубо говоря, если электростанция находится рядом с границей, то может быть дешевле продать энергию в соседний регион иностранцам. А где-то на другом участке границы, где иностранная электростанция стоит, она эту энергию возвращает из своей территории на уже на вашу территорию. То есть проходит такой обмен энергосетей, общей системы. И это оказывается дешевле, чем, например, вести провода далеко-далеко от электростанции на другой участок страны. Ну, потому что электроэнергия расходуется, грубо говоря. Что-то прервалась наша связь. А себя теперь как? Теперь нормально. А это вот подобно тому, как вот построила Беларусь атомную электростанцию недалеко от границы с Литвой.
А Литва отказывается покупать электроэнергию. Рассчитывал, что она Литву обеспечит электричеством, оказался мимо. Совершенно верно. Совершенно верно. Это был инструмент давления на Литву. Потому что зачем Лукашенко... Не на Беларусь? Нет, что я имею в виду... отказались покупать электроэнергию белорусскую. Это не на Беларусь давление? Я имею в виду, что Лукашенко строил электростанцию, чтобы давить потом на Литву, чтобы посадить ее на дешевое электричество. Потом а где сейчас Литва берет электричество? Они ведь свою Игналинскую атомную электростанцию закрыли, а там ведь она была экспортером электроэнергии, Литва, и она себя полностью обеспечивала атомной энергией. Так уж было. Это единственная в мире страна, где 100% или почти 100% энергетики была атомной, это была Литва. А потом они ее закрыли, но это на общей волне борьбы против атомной энергии. Вот, они ее закрыли. Наверное, она, ну, закрыть атомную электростанцию, это не значит, что снести ее. Это будет вечно там лежать, сотни тысяч лет, это будет стоять, это надо будет обслуживать. Ну, вот это как-то вот не всегда все понимают, что атомную электростанцию закрыть нельзя. Она так и будет стоять. И вот то, что теперь это вот отказывается брать энергию у Лукашенко, ну, так электростанция там и будет. Это будет не год, не сто, это 100 тысяч лет она будет стоять. Надо вообще надо знать одну вещь касательно энергетики мировой. Вот раньше, ну, насколько я знаю, были такие взгляды, что нам нужна электроэнергия, нам нужно производить больше энергии, потому что все требует энергии, а мы как бы увеличиваем все. Ну, это вроде бы такая логика. Но дело в том, что из-за того, что происходит минимизация, ну, есть такой тренд, из-за того, что растет энергоэффективность, то во многих отраслях потребление энергии даже падает. То есть взять, например, ту же Литву. С одной стороны, в Литве закрылось много предприятий после развала Советского Союза. Но с другой стороны, потребление энергии тоже упало. То есть Литва, например, не требует большого количества энергии для того, чтобы там кучу заводов обслужить, потому что этих заводов нету. По сути, ей нужна энергия, чтобы сотни кафе у побережья Клайпеды лампочки горели. Ну и что-нибудь в этом роде. Да? То есть потребление энергии в Литве снизилось, и оно не такое большое. Ей хватает энергии, которая поставляет польские угольные электростанции. И у Литвы, насколько я знаю, под Вильнюсом где-то есть своя ТЭЦ на мазуте. Если не ошибаюсь, надо уточнить этот момент. И им этого всего дела хватает. Тем более Литва, она как бы не увеличивается в населении. Если бы увеличилось население, даже бы вот эти лампочки бы тоже бы возрастали в потреблении. Но нет. Кроме того, мы помним, еще и лампочки тоже стали сейчас энергоэффективными. Раньше эта лампочка была на 80 ватт минимум, чтобы что-то там горело ярко. А сейчас они вот эти европейцы 15-ваттные везде понавешали. Да. Они тоже горят. Да, это энергосберегающие. Да. Да, а в Евросоюзе, как мы помним... Вот 60 ватт, она потребляет 7 ватт. Вот лампочка. Одна да, повсеместная вот такая вот рост минимизации энергоэффективности, он приводит к тому, что действительно люди потребляют меньше энергии. Я вот даже по себе вижу, что я перешел на энергоэффективные лампочки не потому, что там за экологию и так далее. Потому что их цена стала настолько низкой, что я даже не обращаю внимания на то, какую там брать лампочку. Поэтому я уже могу и такие покупать. Или вот взять, например, ноутбук какой-нибудь. Да? Вот я раньше сидел за компьютером, он у меня был подключен к блоку питания на 500 ватт. Ну, пусть он там потреблял, ну, пусть 200 ватт, ну, 150. А сейчас я вот сижу за ноутбуком, который потребляет 15 ватт максимум. То есть, ну, это если брать вот по оплате электричества, которое я платил, когда в Минске жил, я экономил почти 80 ватт энергии за счет перехода на ноутбук. Поэтому эти все процессы, они всеобъемлющие. То есть не требуется столько энергии, сколько этих электростанций понастроили. И в России тоже была такая проблема, точнее, она даже есть, о том, что некуда тратить избыточную энергию. То есть много электростанций настроили, но ее особо некуда потреблять, потому что заводы особо не развиваются. А если кто-то и построит завод, то он обязательно энергоемкий, я имею в виду энергоэффективный, то есть не потребляет много электричества.
Потому что люди, которые предприниматели, они считают деньги. Они там, я не знаю, сейчас эти станки так делают, чтобы он не просто одно дело делал, он еще делал одно дело и при этом другое дело делал. То есть, чтобы обратный механизм что-то еще делал. Чтобы даже рассеиваемое тепло использовалось, не то, что там еще какие-то эффекты. Да. То есть, выжимается все до последнего джоуля из этих всех дел. Есть такое. А поэтому, как бы, даже я не знаю, зачем армянам строить какие-то электростанции. Так, что я еще хотел сказать? Ну, по поводу Грузии, на самом деле, можно много чего говорить. Даже вот если подробно говорить, то точно на несколько эфиров. Но мы сегодня сокращенно, и мы говорим про то, что, ну, не особо известно, да. Вот это то, что я хотел, ну, понятно, что там предметно, там было множество реформ, вот полицейская реформа, была проведена глобальная приватизация, громадное сократили до нескольких штук. Причем они были недовольны, реформаторы, что им удалось победить НДС. НДС это был самый тяжелый налог. Но да. Ну, по сравнению с другими налогами сейчас в Грузии. И поэтому, как бы, ну, трудно от него отказаться. Вот в России, например, основными бюджетными поступлениями тоже являются подоходный налог и НДС. Он дает бюджету больше денег, чем вся энергетика, все углеводороды вместе взятые, вместе с ресурсами, ресурсными налогами и остальными. То есть, грубо говоря, российское население дает денег правительству России больше, чем вся нефтянка, газ и так далее. Вот за счет чего живет Кремль, а не за счет нефти. Потом многие говорят, что за счет нефти. Да россияне своими руками дают денег больше. Тем, что производят услуги, обслуживанием и так далее, инфраструктурой. То есть своим трудом, в общем-то. Но все равно своим трудом, который вокруг нефтяной отрасли, тем не менее, бурлит. А Борис Сергеевич, а может, это нефтяная отрасль вокруг труда россиян крутится? Ну, за счет труда россиян она живет. Но если бы не было нефтяной отрасли, нам некуда было бы вкладывать наш труд. Вот Грузия пример нам про это. Если бы у вас не было нефтяной отрасли, в России было бы больше самозанятых. А, ну это да, больше самозанятых. Значит, больше ответственных людей, сознательных. Меньше хамства, как говорится. Ну, естественно, были упразднены бюрократические процедуры в Грузии. То есть получить паспорт там в течение суток, какие-то разрешения и так далее. Тоже были эти вещи очень упразднены. Меня особенно впечатлило то, что упразднились требования в строительстве. То есть там некоторые после упразднения строительных процедур прибегали в министерство и спрашивали, а, собственно говоря, где брать разрешение, нам непонятно. У кого брать разрешение на строительство? И там в министерстве объясняли, не нужны никакие разрешения. Купили землю, стройте что хотите, точка. То есть не нужно бегать за разрешением. Поэтому в Грузии сейчас современная архитектура очень разнообразная. Это скорее хорошо. Не только потому, что это эстетически интересно, но и потому, что во многих случаях это имеет прагматичные какие-то соображения. То есть вот я замечал такие особенности рельефа, особенности логистики, где инфраструктура как бы повторяет контуры, и таким образом она наиболее производительна под собой переход, туннель, не прямой формы, а изогнутой, например. Mm-hmm. Потому что там, в этом месте, проходит какой-то другой участок инфраструктуры, который нельзя задевать. При этом это все вписано в дом, и там еще какие-то сервисы. Ну, я не представляю, какие можно было бы разрешения выбить, чтобы такое построить,
Но в Грузии это спокойно можно делать, и люди делают. Очень много таких примеров. Или, например, как я видел, отель в Тбилиси на отвесной скале построен. То есть, ну, я не представляю, как кто-нибудь сделал бы разрешение сделать прямо на скале отель. Вот отвесная скала, стена, и она сразу перетекает в стену отеля. Там же сваи не по ГОСТу. Пробы грунта не по ГОСТу, ничего не по ГОСТу. То есть, но он прикреплен сбоку к стене, города, да? Нет, он на стене, но из-за того, что сбоку ничего нет, пустота, здание кажется выше. То есть это фактически фундамент. Но это, походу, не очень хорошо делать, насколько я знаю, в строительстве, потому что фундаменту требуется обязательно боковая поддержка. Потому что, в отличие от стен, вот этот фундамент, он менее предсказуемый в прочности и так далее. Но требуется какая-то боковая поддержка у этих всех. Поэтому вокруг домов вот обычно заливают по контуру типа ливневки такой, чтобы не было вот каких-то трещин на стенах, потому что стены могут проседать в этих местах. Да, даже в маленьких частных домах такое делают. Ну, естественно, была реформа полиции. Естественно, полицейские участки сделали маленькими окнами, а полностью прозрачными, чтобы было видно, что делается в полицейском участке. Естественно, было легализовано много очень видов деятельности и, ну, без разрешений. И таким образом пошел вот этот весь туризм. То есть начали строить аэропорты. Турки в Батуми купили аэропорты все, построили терминал на несколько самолетов, а спрос оказался в 10 раз выше. Им пришлось строить дополнительные аэропорты, эти вот терминалы, чтобы принимать гораздо-гораздо больше самолетов. Поэтому турки, как основные инвесторы иностранные, не американцы, а турки, они оказались наибольшими бенефициарами, как инвесторы. Это привело к тому, что они стали больше инвестировать в Грузию, чем в свою родную Турцию. Поэтому Аджария, конечно, это такой пример того, как турки просто заполонили инвестициями вот эти вот районы. А арабы, смотря на турков, начали тоже приезжать в Аджарию и тут все тоже строить. То есть это породило некий волнообразный эффект. На самом деле бенефициарами главными являются грузины всего этого дела. Потому что они обслуживают эту инфраструктуру, они обслуживают туристов. Они фактически являются, ну, они тратят свой... Зарабатывают, ну, крошки сыпятся на их. Не всегда это понимают, к сожалению, но, тем не менее, это именно так и работает. В итоге... Ну, много чего было сделано, конечно, о чем я сейчас уже не успею рассказать, но главный результат. Результат грузинских реформ следующий. Грузия начала быстро расти. Потому что что такое экономическое развитие? Это быстрый экономический рост. Естественно, выше среднемирового. Но это полдостижения. Главное достижение, что выше, чем все страны СНГ. В странах СНГ некоторых был интенсивный период роста, например, перед 2008 годом, связан с тем, что эти страны добывали газ и нефть. Это Россия, это Азербайджан, это Туркмения, Туркменистан, насколько я знаю, там добывают газ, да? Туркмены, по-моему. Да. Беларусь даже росла, потому что мы перегоняли российский газ и нефть. Но это все короткие эпизоды роста, после чего наступала стагнация. У Грузии был стабильно высокий рост. И даже в 2008 году, когда наступил мировой кризис, а в Грузии дополнительно к этому еще и война, и Грузия дополнительно к этому потеряла четверть территорий, то есть Абхазию и Осетию, несмотря на это, в следующем году уже был такой рост, который компенсировал оба этих фактора. Войну с потерей территории и кризис. И продолжился снова рост. Из-за того, что в стране
рост выше, чем у соседей в целом, неизбежно, просто неизбежно происходит так называемый обгон. В частности, после реформ Грузия постепенно еще до 2012 года, до 2013 года обогнала украинцев по ВВП на душу населения. Ну, значит, там плюс-минус по покупательной способности. И еще через пару лет обогнали армян. С армянами тоже особая история. У армян были либеральные реформы, ну, относительно либеральные, раньше, чем у грузин, еще в 90-х годах. Поэтому они более-менее нормально росли. Но тем не менее, из-за того, что в Грузии было все дело более радикально, грузины обогнали армян уже в начале 10-х годов. И из-за того, что там продолжается высокий экономический рост, а в наших странах не продолжается, грузины уже начинают дышать в спину. То есть рано или поздно грузины обгонят всех конкурентов в СНГ. Белорусов, казахов, а может даже как-то и россиян обгонят. Ну, там еще надо плюс-минус 10-15 лет. Просто потому, что среднегодовые темпы роста Грузии выше, чем у нас. Причем выше внушительно. То есть если у нас, например, в хороший год 3% роста, то в Грузии 3% роста – это вообще мелочь. Это как бы для них стабильные проценты роста, у них обычно выше. Конечно, после ухода реформаторского правительства темпы роста немного замедлились. Грузины говорят, что многие вещи пытаются вернуть обратно. Например, коррупцию. Например, пытаются снова наверху власть заниматься произволом, там подтасовка выборов и так далее. Вот вчера буквально закончились выборы, второй тур в Грузии, где правящая партия победила. Ну, понятно, что оппозиция не согласна. Скорее всего, там были фальсификации, потому что действительно большинство, похоже, были против действующей власти. Но, скорее всего, это ничем не закончится, потому что европейские политики любят советовать в таких случаях оппозиции не рыпаться. Ну, это отдельный вопрос, почему они так советуют, но беда в том, что, скорее всего, так и произойдет, что они действительно ничего не добьются своей власти. Поэтому, конечно, то, что режим поменялся, Саакашвили, отсидев два срока, ушел из президентской должности, то, в общем-то говоря, ничего, ну, мы не можем однозначно хорошего прогнозировать для Грузии. То есть мы можем сказать, что экономический рост может даже замедлиться. Когда власть пришла, новая оппозиция после Саакашвили, первым делом они увеличили социальные расходы, пенсии подняли. Ну, естественно, за счет чего? За счет того, что какие-то налоги начали поднимать. Поэтому, естественно, это для роста не способствует. Сначала все-таки нужно разбогатеть. Поэтому насчет прогнозов я сейчас ничего не берусь говорить, но на текущий момент я констатирую то, что грузины добились самого высокого среднегодового роста за последние 20 лет, наверное, на постсоветском пространстве. Ну, я имею в виду СНГ. Поэтому у них большие перспективы, если вот эта вот тенденция, если этот тренд продолжится. Ну, естественно, по статистике у Грузии все есть, все хорошо. Они добились самого лучшего индекса коррупции в постсоветских странах. Коррупция ниже даже, чем в Прибалтике. Они добились высоких индексов по ведению уровня бизнеса, легкости бизнеса. Вот непонятно, у них самый низкий уровень коррупции, тем не менее борец с коррупцией сразу попал в клетку. Ну да, да, я же говорил, что его... Это меня... как невнятно, то есть, в принципе, коррупция низкая, может, по отчету она низкая, вот почему же коррупционеры поправят бал-то? Ну, есть методы подсчета коррупции, я сейчас ссылаюсь на... Я понимаю, методы-то есть методы, это понятно, но это ведь лукавая цифра, как говорят, да, это вот такой вот метод. Дай ему нужные входные данные, он тебе посчитает то, что тебе нужно. Насколько я знаю, это индекс собирает Transparency International. В них методологию расчета коррупции входят 11 метрик. Из них 4 связаны так или иначе с опросами. Так вот, если говорить про опросы, то кто обычно отвечает на опросы? Обычные простые люди. Это речь идет, конечно, о бытовой коррупции. То есть, грубо говоря, это не про то, что
президент страны, министр, что-то там поделили, попилили. Это про то, что вот внизу у нас, вот здесь, за углом, во дворе, кто-то там взял взятку, заплатил, вымогал и так далее. То есть это про это, конечно же, безусловно, про это. Поэтому да, я никоим образом не обеляю индекс, я наоборот всегда критиковал индексы. Но я сейчас говорю о том, что вот эти вот ошибки, связанные с индексами, в данном случае, они же могут ошибаться, одинаково ошибаться и в отношении других стран. Поэтому из-за того, что они ошибаются и в отношении других стран, мы более-менее можем сопоставлять вот эти индексы между собой. Ну, значение этого индекса. То есть это хорошо, когда население страны верит в то, что в стране работает закон. Почему это хорошо? Ну, даже по опросам. Потому что если люди действительно в это верят, пусть даже это не так, они все равно будут в страну инвестировать свои силы, свои деньги, свое время. То есть, окей, допустим, у вас есть коррупция, но если люди об этом не знают, все равно инвестиции будут, потому что люди верят в это, что коррупции нет. И, то есть это хороший экономический показатель, даже вот эти вот опросы. Понятно. Ну и в целом Грузия как бы... Грузия свободная страна. То есть сейчас можно приехать в Грузию и говорить все, что угодно. И про Грузию, про грузинскую власть, ну, естественно, про Россию с Белоруссией и Украиной. В этом смысле, конечно, нет такого ощущения, что боишься что-нибудь ляпнуть не то. Такого ощущения нет, и к этому быстро привыкаешь. Очень приятно. Можно не бояться говорить правильно в Грузии или на Грузии. Этого уже такого нет. Ну, естественно, лояльное отношение к этим всем ковидам. Несмотря на то, что статистика вроде бы там высокая по инфицированию ковид-заболеваний, очень лояльное все, ну, у всех отношение к этому. Максимум иногда просят надеть маски, и все. А здесь в Украине я только приехал, пошел в торговый центр открыть себе сим-карту. У меня у входа в торговый центр потребовали ковидный сертификат и паспорт. А еще меня чуть не пустили в Украину, потому что у меня в сертификате написано, не написано, какой фирмы прививка. Дело в том, что мне в Беларуси написали в сертификате прививку VeloCell, а это не название фирмы прививки, это название вакцины. Фирма, которая производит эту вакцину, Sinopharm называется. Sinopharm – это китайская компания, она сертифицирована ВОЗ. Но из-за того, что там не было написано Sinopharm, меня не хотели пускать в аэропорту, меня не хотели пускать в торговый центр. Пришлось долго объяснять, что это разрешенная прививка в Украине. Вот такая история, Борис Сергеевич. Да, то есть Украина, оказывается, недостаточно свободная страна по сравнению с Грузией. В Грузии ходи где хочешь, никто не обращает внимания. Государство здесь меньше любит своих граждан. Государство здесь меньше любит своих граждан, вот так мы скажем. Меньше любит. Конечно, конечно. Понятно. Ну, все, больше ничего не хотите добавить, да? Ну, на сегодня, наверное, достаточно, я думаю. И так много такой информации. Да, много сказали. Интересно и много, да. Ну, спасибо вам большое, что вы рассказали про грузинскую реформу. В следующий раз-то про что будет у нас? Ну, я думаю, можно поговорить про модели роста. Я не помню просто, что мы про них говорили. И еще у меня была тут записана тема интересная. Один подписчик спрашивал. Мифы про Китай. Вот мы говорили про реформы в Китае когда-то, про 80-90-е, но есть проблема с мифами современными по поводу Китая, с периодом 20-го года, 21-го, о том, что будет. То есть думают, что как бы что ни случилось, после чего начнется еще хуже, чем случится, да? Многие говорят, что китайцы обгонят американцев, многие считают, что там война будет, многие считают, что эта модель, которая есть у Китая, именно современного Китая, она является тем, что нужно, например, для России и так далее, и так далее.
Интересная тема, интересно. Ну Ну да, что, да. на этом поставим точку с запятой до будущего раза, да? Давайте так, раз так. Нет, можем продолжить про Китай, про что хотите. Но сегодня Можем. я не смогу продолжить, Ну, вот я про потому это что... говорю. А то так мы готовы, 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 готовы. Мне чем больше, тем лучше. Ну хорошо, спасибо Будет. вам большое, Да Алексей вам тоже спасибо. Петрович. Вот, и публике спасибо за внимание. Комментируйте, спрашивайте. Видите, Алексей Петрович живет вашими вопросами, то есть темы находит в ваших вопросах. Ну, а меня поддержите материально, внизу есть все необходимые реквизиты. Помашем ручкой-то. Счастливо всем. Как бы вам. Сокращайте полицию, как в Грузии, и у вас будет рекордный спад преступности. Грузия побила рекорд в 21 веке. После того, как прошла полицейская реформа, преступность, тяжелые, тяжкие преступления сократилась в 3 раза. Вот так. Слушай, раньше как же получалось-то? Может быть, слишком увлечена была полиция регистрацией преступлений? А что ж вдруг народ перестал преступления делать, если пропала полиция? Ладно, полиция плохая была, но... Может, и регистрировать некому стало? Не знаю, прям загадка. Хорошо. На самом деле, крышеваться перестала преступная деятельность просто. То есть не на что было, не под какую крышу забраться, понятно. Да. Ну ладно, всех благ. Счастливо.